Всем привет, с вами Марконик. И сегодня мы поиграем в игрушку. Так, стоп. Нет, мы сегодня не будем играть в игрушку. Сегодня я вам расскажу о выходе игрушки под названием Medal of Kings. Это клон Rainbow Six, но Rainbow Six это ПК-шная версия. А Medal of Kings вышла сейчас в пробном тесте, в пробнике, и только на Android. То есть на официальной странице Tencent они выложили файл АПК, с которым можно уже скачать Medal of Kings и поиграть, протестировать иногда, когда уже сервера нормально будут работать. Ну а потом уже выйдет и на iOS, и Android, и бла-бла-бла. Итак, игра выполнена на движке Unreal Engine, что дает в целом неплохую графику. Есть два вида, от первого и от третьего лица, между которыми можно переключаться. Один используется для более прицельных атак, второй для оценки окружения. В остальном игра предлагает привычный для тактического мультиплеерного боевика набор элементов, разрушаемые локации, возможность строить, использовать технику и все в этом духе. Ну то есть это как Fortnite, да, скорее всего. Fortnite и PUBG, что-то вместе. То есть геймплей PUBG, строительство от Fortnite, первое лицо от CSGO даже можно взять, да? И вообще смысл от CSGO. То есть это три игры в одном, то есть PUBG, Fortnite и CSGO. Ну так, ну что же, ждем выхода на iOS. Что еще остается? Ну, больше ничего такого. Ну еще что, эта игра вышла в китайском Tap-Tap. Вы можете скачать эту игрушку, перейдя на сайт Tencent официальный, и скачать ее, если у вас Android. Но на iOS там не получается, я уже пробовал, так что остается ждать официальной версии. Но ждем. А пока ждем, можете посмотреть все мои прошлые видосики, будущие видосики тоже смотреть. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите положительные комментарии. С вами был Крионик. Всем пока!